Всем привет! И я продолжаю развивать свой канал в игре YouTubers Life. Вот, и я как бы целый день почти играла для того, чтобы получить 50 тысяч подписчиков. Это было как бы висело в моих ачивках. Вот, и я набрала эти 50 тысяч подписчиков. Итак, я наконец набрал 50к подписчиков, я уже был известным ютубером, и моя комната становилась все меньше для меня. Мне нужно было больше. Так, больше места, чтобы делать все больше видео. Мне нужна была моя собственная квартира. Спади. Вот, пока я добивалась эти 50 тысяч подписчиков, мне открылись некоторые другие возможности. Допустим, сейчас я могу записывать не просто геймплеи и первое впечатление, но и обзоры, вот. У меня появилось больше денег, так как мне больше денег капает с Ютуба. И у меня появились новые работы, то есть не просто там вытирать обувь и разносить газеты, а можно пойти, ну вот сейчас доступны только такие, можно пойти разработчиком-стажером игр, вот, продавцом в магазин игр. Хозяин, хозяйка мероприятия. Потом что еще? Не помню. Вот, я тут несколько уже обучилась. Знание сценария, описанию немного обучилась. Монтаж видео первоначальный. И что-то еще. А, про компьютер. То есть я сама сейчас могу себе починить компьютер, не платя за это каждый раз 20 баксов. Вот, купила себе какую-то приставку. И мне друг прислал игру, и мне нужно снять обзор на нее до 7 сентября. Сейчас август 30. О, еще забыла сказать, что я посетила мероприятие, на которое меня пригласили. На этом мероприятии представляли какой-то новый телефон. Ну, фирмы, понятное дело, никакой не говорилось. Вот, и там какой-то этот телефон, супер-гаджет для ютуберов. И всем, кто были на этом мероприятии, дали скидку в $100, а телефон стоит $150. То есть я смогу его купить, получается, за $50. И выйдет он в сентябре, и уже август 31, значит, скоро уже выйдет этот телефон. Зато мне какой-то Nokia торчит. Вот, все, она легла спать. Боже, бедная. Купи еду, поешь. По-моему, нема у нас ничего в холодильнике. А почему я не могу купить колу? Ого, на $80 еды накупила. Ужас. Ой, сентябрь начался, да? Я оплатила за комнату, снялись деньги автоматически. У меня было такое, что у меня нечем было заплатить за комнату, и у меня снимались деньги в долг. То есть у меня тут было минус. За лучшее видео у меня $143 аж. Ничего себе. Это последнее, да, наверное, то, что я сняла. Покушай еще чего-нибудь. 59 тысяч подписчиков. Мне же надо снять это видео, обзор на эту игру. Надо какой-то Z купить.
Это какая-то консоль. Правильно. У меня остается мало денег. Обзор надо снять. Начинаем снимать. А у меня появилось также много новых эмоций. Я поменяла монитор, наушники, компьютер тоже поменяла. И у меня теперь появилось здесь. Было только низкое разрешение, теперь стандартное. Высокочастотное. Вот, я выберу высокочастотное. Вот, поп-фильтр появился. Вот здесь тоже какая-то... Ну, в общем, я это набираю. Выбираю, точнее. Вот. Обзор. Снимаем. Это что? А, господи, она мне еще не пришла, оказывается. В общем, надо выбирать эмоции, похожие, в общем, как тут. Тут такой нема эмоций. Вы преодолели легкий челлендж. Ну, крик победы, я не знаю. Загрузка экрана с советами. Что можно сказать по этому поводу? Не смешной комментарий. Беспечно идя. А, нет. Что-то пошло не так. Внутриигровое видео. Смешной комментарий. Ну и конец. Все, снимала я как бы на телеке. Здесь, на этом PlayStation или что это. А снимать пойду. Ой, монтировать пойду на камп. Вот, уже несколько, уже сюжетов намного больше. Вот, и у меня добавились эффекты. Музыка на заднем фоне, затемнение или регулировка контрастности. Обложка. Мягкий фокус и регулировка контрастности, и все. А, если что, я не голая, я в майке вот здесь просто. На улице очень жарко. Наверное, плюс 40. Монтируется видео. Пускай монтируется, а я поем. Посплю. Ой, надо будет сходить на работу, а потом поучиться чему-то новому, потому что учиться тоже надо за деньги, как оказалось. Вот, пойду хозяйкой мероприятия поработаю. Ну, это уже не чистить обувь. Галимые комментарии. Дизлайки все ставят. О, это заплатила за видео. Чему мы поучимся? Звуковому монтажу, потому что мне часто пишут в комментариях, что он как бы страдает. Что-то помалу идут подписчики. Так как-то даже не интересно. То по 5000, помню, в каком-то этом было. Так нудно. Посмотрим пока отчет по каналу. Общий доход у меня 942 доллара. В принципе, все, что я купила, так... Это мало очень.
тут видео. Сколько у меня уже видео? Хотя мало. Да, рейтинг. Зрители. Наполовину серьезные, наполовину веселые. Поучительных. Не, развлекательных больше. Младше. Младше. Нет, старше больше. Больше мужчин смотрит. Приятно. Никаких там мероприятий у меня не намечается. Ну, сворачивайся, телефон. О, наконец-то. Подписчики вообще как-то не растут. Звуковой монтаж. Что-то долго она учится этому. Обучение здесь, это, наверное, самое нудное. Ладно, приостановим, потому что я так не могу уже. Мне так раздражает здесь, как надо двигать монитор вообще. Буквами А, В, С, Д передвигается вот так вот комната. А колесико зажимается. Зажимается. Не правая кнопка мыши, не левая. Колесико зажимается. И тогда только вращается комната. По-другому никак. Вот левой кнопкой мыши она ходит, а правую ничего не реагирует. А нет. Правой кнопкой мыши тоже передвигает, да. Но это особо как бы не дает ничего. 11 левел. Неудобно. И зажимать правой кнопкой мыши и колесиком. А, оно, кстати, и не особо действует. О, боже. Сотрудничество. Улучшим. Что там? Одно очко таланта. А, это очки таланта, точно. А есть она хочет, это капец. Попей водички еще. Так, уже сентябрь, а когда выйдет эта мобилка новая? Такая наглая эта Ребекка, я воспользуюсь твоим. Нет, я работаю за компьютером, за своим. Купи себе, если такая. Вообще. Я еще ни разу не заходила в магазин побрякушки для дома. Что здесь можно купить? Мусорное ведро, вентилятор, будильник, гелевый светильник, зеленый ковер, плакат, красный ковер. Корзина для белья, рамка для фото, полка Марио, стена с плакатами, ударить баскетбольную игрушку, статуэтка дракона, статуэтка бегуна, статуэтка мага, лошадь фигурка, статуэтка бегуна 2, кружка, I love games, поезд фигурка, кактус, PD постер, постер с масс-убийством, катана. Это эти, по-моему, японские такие эти. Ха-ха. Миниатюрный самолет, матрешка, трофей, настольная джуманджу. Как можно и потеряться. Настольная цитадель и драконы, твистер, баскетбол, Empire State Building, игра каляки-маляки, обезьяна, фигурка Майнкрафт, Эйфелева башня, плюшевый осьминог, трофей про гейм, футбольный мяч, крипер, волшебный TSG, грузовик, мишка Тедди, шахматы. Что я себе куплю?
куплю себе вентилятор. Это сейчас так актуально. Лучше бы я себе его в реале купила. Так. Зайдем в шмотки. Может, я в шмотках что-то найду себе еще. Обувь. Хочу кеды. О, сникерсы есть. Кроссовки. Сандали. Вьетнамки, точнее, извините. Прикид супергероя для женской. Я выбрала сникерсы, только не знаю, какой цвет. Зеленый или синий. Наверное, вот такие вот. Очки. 3D очки. Очки космос. Очки женские. О, вот эти вот красивые очки. $70. Только у меня не хватит. Шарф. Ожерелье. Вот, кстати, ожерелье классное. Брюки. О, точно, мне нужны штаны классные. Или юбка. Штаны каратиста женские. Это что такое? Это семейки для женщин. Каратиста. Мини-юбка. Есть такая и есть такая. Куплю себе мини-юбку. Вот такую. И осталось еще $23, но за них ничего не купишь. Шорты я не хочу. Капри тоже. Футболки, что-то там есть за $23. Я вон себе с Китая заказала футболку за $4, а тут по 23 продаются. Вообще. $29 вот эта штука стоит. Ой, майка тоже 29. О, вот такой топ хочу купить обычный. Ну, куплю. Какой же я куплю, боже. Белого нет? Есть. Белый или желтый? О, куплю желтый. А сколько украшений и ожерелья это стоит? 39. Ну ничего, в следующий раз куплю. Мне пришел вентилятор. А зачем туда? Можно к компьютеру. Ой, у меня поломался компьютер. Чинить $20 стоит. У меня же могла сама бесплатно починить, что мой навык не настолько хорош. Опять у меня... Это Ребекка мне говорит, я не могу, зашла в этом. Хорошо. О, хорошо, мне новое задание. $165 за него заплатят, опыт-то. Ой. Посмотрим сейчас. Няшка кот. Новая карта у меня. Та игра, на которую мне надо снять обзор. Или что там мне надо снять? Кооператив. Кооператив видео. А, мне может открылось какое-то новое, а я не знаю. Пойду посплю, пойду поработаю. Разработчик-стажер, $60, 12 часов. Ничего себе. Мало, в смысле. Я про время 12 часов, $60.
Как-то здесь труд вообще оплачивается. Как у нас в Украине, наверное. тысячи подписчиков. Они падают и падают. Эх. Раньше я сама могла починить. Тут, видимо, поломка какая-то серьезная. Слышишь, наглая такая. Скорее, скорее, мне надо проверить интернет-аукцион. Села. Красавица. Так, я хочу купить колье. Все, купила себе колье и запишу это видео, если у меня появилось что такое кооператив. А у нее рейтинг у игры такой как бы слабоватый. Эта игра больше не в тренде. Надо, кстати, продать свои старые игры. А что надо к этой игре? А. Да, я могу снимать теперь кооператив. Подождите, а что мне надо купить? Honey PSP. PSP надо купить. А где мое старое, кстати, все барахло девается, все приставки эти, что автоматически перепродаются или просто они где-то складируются, а я не знаю где. Сколько она стоит, эта PSP? $199. Ну, можно заработать, в принципе. Почему нет? А где гамбургеры, я не вижу. О, а, спагетти мне еще не можно. Зато гамбургером насыщаешься. Блин, уже 18 сентября. Работать, работать, давай, давай. Копошится она. Давай поспим чуть-чуть, блин. Не успею, походу, заработать. Капец, какие-то работы, дыби. Помочь бабуле натирать обувь и поработать в саду. Нихера я не успею. И у меня упадут подписчики, естественно. Это какое-то издевательство, когда не надо, так можно поработать за $60. По 10, по $20 работа. Что я за них куплю? Пожрать даже не куплю. Да, я не сделала видео, потому что у меня денег нет на приставку твою дебильную. Знала бы, так не брала бы работу такую.
Ладно, все хорошо. То жара так действует. Туда-сюда ходит, бедная. Могла бы там уже где-то в городе с работы на работу бегать, знала бы. А можно тут Ребекку послать? Не, ну... 49 тысяч опять подписчиков упали. Вот как все нестабильно в мире ютубера. Надо купить новую игру. Какую-нибудь. Так. Сегодня сентябрь 21. Ну, 19 сентября Тетрис вышел новый. Давайте вот эту куплю. У нее рейтинг звездочек больше. Мне кажется, по ней должно быть рейтинговое видео. А, игра еще не пришла. Ё-моё. Здрасте, приехали. Я уже думала водичку идти пить, пока оно придет. Надо вернуть свои 50 тысяч подписчиков. А ну снимем кооператив. А-а-а. Надо с другом снимать. Точно. Боже, что я туплю? Ребекка. Ты меня, конечно, бесишь иногда. А ее тут и нема. Да, не хочу я чатиться ни с кем. Я хочу видео совместное снять. Ладно. Сниму первое впечатление. Поехали. Может, сейчас получится потом снять кооператив. Так, интерактивный загрузочный экран. Что я могу сказать? Саркастический комментарий или не смешной комментарий? Саркастический, потому что иконка там подходит. Ну и под то, и под то. Что угодно можно. Вот здесь, когда знак вопроса, вы повысили свой уровень. Надо как-то угадать, наверное, что. Если я повысила свой уровень, то у меня что? Крик победы, конечно же. Здесь вот этот вот значок, серьезный комментарий. Время до начала игры. Хорошо. Если же вы не угадываете эту карту, то у вас не засчитываются очки здесь. Вы открыли достижение. Счастливое лицо. Загрузка экрана с советами. Коммент не в тему. Вы собираетесь приостановить камеру. Но тут нету выбора. Дальше. Все, теперь перетаскиваем все вот это вот. Добавляем обложку по-любому. Музыку на заднем плане я тоже хочу. И затемнение пускай будет. И, ну, вот так вот хай будет. Попробуем. Интерес 98. Сейчас должны появиться подписчики, я надеюсь. Монтаж. На уровне.
Не, наверное, все-таки не надо продавать эти штуки. Зря я продала тую. Покупала-то я дороже намного. Сейчас верну свои 50 тысяч, я надеюсь. И успокоюсь. Я должен подождать, пока видео загрузится. Хочу переодеться в то, что я себе купила. Опа, ожерелье. Сникерсы. О, хай так будет. Может, безвкусно, конечно, но ладно. Как с ней снять совместное видео, ё-моё. 6,3к, ничего себе, растут подписчики. 7000 подписчиков выросло, 54000. Да, я их вернула. Вернула и приумножила. Еще можно продвигать видео. Мне пока недоступны другие виды продвижения, поэтому только так. Это, по-моему, мое самое прибыльное видео. 96, 97, 98, 99, 100 тысяч просмотров, плюс 15 тысяч подписчиков. И еще не конец. Заработок $110, 111, 112. Сейчас. Подождем, сколько там набежит меня. Ничего себе. У меня уже появилось меню, что я пропала куда-то. Нет, я не пропала. Продолжить обучение. Хай пока обучается. Ой, пока мой канал приплюсовывает подписчиков. У меня нет цели. Подписчики теряются. Все, за это видео у меня 25 тысяч подписчиков. Ну, я, как всегда, приму запрос. Ой, мне капнули деньги за YouTube. У меня есть новое задание. Не отказалась со мной видео вместе делать. Вот стерва. Хочу еще посмотреть, телефон не продается ли со скидкой. Хватит учиться, потом научишься. Так, это не то. All consoles. Нету. Хотя почему бы он был в консолях? Ладно, я вернула свои... Точнее, сначала я получила свои 50 тысяч подписчиков, потом от меня отписалась там
сколько-то тысяч, доходя до 47 тысяч подписчиков. И создав одно видео, последнее, первое впечатление о рейтинговой игре, покупайте в магазинах игры, чтобы на них были все звездочки. Тогда реально в игре у вас будут добавляться подписчики. Вот, и я на этим видео заработала себе аж 25 тысяч подписчиков. Да, 25 тысяч подписчиков, 173 тысячи просмотров и $170 за него заработал. Это мое самое лучшее видео на канале. Вот. И до новых встреч. До новых видео. Всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.